Я люблю хоккей, кстати, и сам играю, когда есть время. Да, решил поддержать две мои любимые команды. Ну, наверное, первая, хоть я у вас и в гостях, все равно, наверное, поддерживаю мою близкую команду, любимую. Я сам из Санкт-Петербурга, конечно же, СКА. Но также болею и переживаю, так как я дружу очень давно с Алексеем Жамновым, который сейчас работает в хоккейном клубе «Спартак». Кстати, хочу пожелать молодой команде и Алексею Жамнову, всему коллективу, чтобы все ребята выступали, играли без травм и радовали нас, показывали красивую игру, красивые матчи. Трагедия, горе, когда «Спартак» не играл, развалился. И молодцы организаторы, молодцы владельцы клубов, клуба, что восстановили, возродили эти великие традиции, великий клуб «Спартак». Еще раз хочу пожелать только побед и радовать свою публику, своих болельщиков и продвигать хоккей, наш российский хоккей с великими традициями.